Всем добрый вечер. Мы снова с вами встречаемся во вторник, занимаемся математикой, подготовкой к ОГЭ. И сегодня у нас с вами следующая тема – решение текстовых задач. Это номер 21 из экзамена. Поэтому мы несколько занятий точно посвятим этой важной теме, потому что текстовые задачи у вас будут не только в 9 классе, но и в 11. Как бы это все очень-очень долгоиграющие моменты. Предлагаю начать с решения первой задачки из демо-версии ОГЭ, 23-й год, и посмотреть, какая сложность этой задачки. Да? Потом мы будем решать похожие задачки на движение, но у которых сложность будет немножечко больше. Вообще текстовые задачки и их решение – это особый вид искусства, потому что всегда нужно хорошо понимать, что у вас спрашивают задачи, что дано, выявлять эти моменты. Еще есть такой нюанс, что если что-то там неизвестно, это не значит, что мы математически не можем это выявить. Все, давайте приступать к решению. Какие у вас будут возникать вопросы, вы мне тоже можете их задавать. Сейчас я чуть-чуть увеличу. Вот первая задачка. Рыболов в 5 часов утра на моторной лодке отправился от пристани против течения реки, через некоторое время бросил якорь. 2 часа ловил рыбу и вернулся обратно в 10 часов утра того же дня. Спрашивается, какое расстояние от пристани он отплыл, если скорость течения реки 2 км в час, а собственная скорость лодки – это 6 км в час. Типовая задача на движение по воде. И прежде чем мы перейдем непосредственно к задаче, да, к составлению ее, уравнение, можно табличка, скорее всего, будем все оформлять табличкой, поясним вот такие вот общие моменты. То есть это будет вот река, и течение я обозначу вот в ту сторону, видите, стрелочкой. Поэтому если наш рыбак плывет по течению реки... У меня у одного экран не работает. Просто я не вижу ничего. Не знаю. Трансляция идет. 9 наблюдателей. Ребят, кто-нибудь еще? Ответьте на вопрос. 8 наблюдателей. Ребят, вы видите трансляцию? Нормально? Да, я вижу. Хорошо. Значит, переподключиться вам просто нужно. Попробуйте перезайти через Дискорд. Смотрите. Если и мы плывем по течению, то мы эту скорость прибавляем. То есть она нам помогает. А к чему мы ее прибавляем? К V собственной. К V собственной. И сразу такой момент, смотрите, что если в условии задачи у вас течет... есть такая фигура, как плот, да? То скорость плота вот так вот равна скорости течения реки. Потому что у плота нет абсолютно никакого мотора, никакого двигателя, и плот всегда сплавляется только по течению реки. Вот, больше по-другому просто течение реки он никогда плыть не может. Поэтому бывает вот в задачах либо сразу говорится про скорость течения реки, либо заувалирована эта скорость, и дается она через скорость плота. Вот прям себе сразу в тему отметьте. И вторая ситуация, когда мы плывем на лодке в направлении или там, на теплоходе, то мы тогда плывем против течения реки, и от V собственной мы забираем V реки. Она нам мешает, ее волны гасит нашу скорость, и, соответственно, скорость, с которой мы будем двигаться, она будет другой. И когда мы движемся вот по воде, да, нам нужно использовать не собственную скорость, а собственную скорость по течению реки и собственную скорость против течения реки. Вот эти вот новые характеристики. Как правило, все вот эти... задачки на движение подчиняются одной и той же формуле, что путь – это скорость на время.
И если вам какую-то величину надо из другой выразить, то мы легко с вами это делаем. Выражая, да, то есть V это получается S делить на T, а T это S делить на V. Причем V здесь я понимаю уже в широком смысле, уже вычисленную по или против течения реки. Ну вот, краткий обзор теории вот такой. Теперь давайте переходить предметно к нашей задаче и постараемся с вами привыкнуть к оформлению именно табличкой. Потому что именно табличка — это самый удобный способ оформления вот всяких таких вот вещей. Не только, ну, скажем так, задач на движение, а вообще задача в целом. Потому что очень много будет с вами еще и других видов текстовых задач. И поэтому это вот очень важно. Ну, вот, как правило, 4 столбца, 3 строки, да, первые для заголовков, первый столбец, первая строка. А вот здесь вот клеточка мы будем уже писать какую-то информацию определенную. Вот как-то так. Давайте смотреть. Значит, у нас с вами путь, да, отправился от пристани до места якоря. Давайте попробуем. Тут буковки еще поставить. А, Б. То есть А, Б. А, Б это по течению. По течению. А, Б, А пусть будет тогда против. Вот здесь у нас три характеристики. Скорость, время и расстояние. И можно их в другом порядке расставить, как вам удобно. Главное, чтобы вы не перепутали их смысл, да, который будем из формулы брать. Итак, смотрим. На какое расстояние, если скорость течения реки 2 км в час, собственная скорость лодки 6 км в час. Сначала он плыл против течения реки. Значит, вот здесь. И против течения реки это будет 6 минус 2, это 4 км в час. Вот здесь тоже можно писать и нужно единицы измерения, которые мы будем использовать. Потому что вы именно эту задачу сдаете на открытом бланке, то есть пишете решение от и до, и вот эти вот нюансы, конечно, будут эксперты отслеживать. Они в явном виде, конечно, вам могут не снизить балл, но в целом лучше предотвратить всякие такие двузначности. Ну и, соответственно, осталось посчитать нам скорость по течению реки. Она будет выражаться так: 6 плюс 2 – это 8 км в час. Все, вот мы с вами посчитали. 8 и 4. Вот такая скорость. Опять же, посмотрите, расстояние мы не знаем, но расстояние он пройдет явно одинаковое. Что от стоянки до пристани и что от пристани до стоянки. Да? Поэтому можем это x обозначить. И вот смотрите, такой момент, который позволяет нам выйти на уравнение. Это время. 5 часов утра он отплыл, 2 часа рыбу ловил, то есть не двигался, стоял, и в 10 часов вернулся. Сейчас мы эти характеристики с вами учтем, посчитаем же, сколько времени в дороге он находился. Вот. Но мы можем с вами легко сейчас выразить время, исходя из нашей таблицы. Первое будет x километров делить на 8 километров в час. Это будет время, которое он плыл по течению реки. X километров поделить на 4 километра в час. Мы будем знать, сколько времени он плыл против течения реки. Теперь давайте посмотрим вот эту вот раскадровку временную. А сколько же он всего находился? Потому что всего в пути он находился x делить на 8 плюс x делить на 4. Вот это общее время, которое он был на рыбалке. Видите? Считаем. Значит, в 5 утра он отплыл, в 10 часов вернулся. Но мы должны забрать 2 часа, которые он не двигался, то есть расстояние у нас не прирастало, он только рыбачил на одном месте. Итак, сколько получается он у нас с вами рыбачил времени?
ну, двигался, да, не просто рыбачил-то 2 часа, а вот сколько он был в движении в это время. Сколько получается? Вот здесь получается, что в движении он находился вообще на рыбалке 5 часов, прогулка его морская, водная длилась, речная. 5 минус 2, сколько часов он в итоге реально двигался по реке? 3. Да? Получается, что сумма двух этих вот измерений времени движения по течению и времени движения против течения нет, 3 часа. Вот такое уравнение, на которое мы с вами вышли. Вот. Теперь давайте посмотрим на него внимательно. Уравнение мы решали как раз, да, как самостоятельный номер и как номер, который будет нам помогать, помогательным будет являться. Как раз вот в таких задачках. Мы видим, что у нас просто линейное с вами уравнение, у которого в знаменателе стоит число, стоят числа. И понятно, что нам, ну, не хочется эти дроби таскать. Поэтому я предлагаю все умножить на 8, да, потому что 8 делится на 4, здесь допсомножитель будет 2. Вот, двоечка. Получается x плюс 2x равно 24. 3 8, 24. 3x получается равно 24. В итоге x это 8. Теперь давайте вернемся к вопросу задачи. Всегда к нему надо возвращаться перед записью ответа. Потому что бывает такое, что за x мы не берем сразу то, что нас спрашивают по задаче. Спрашивают, на какое расстояние от пристани он отплыл. Да. Мы это как раз расстояние с вами изначально брали за x. Вот, неважно, да, а на b, а b расстояние или b по километражу он проплыл одинаково. И получается действительно, что 8 – это как раз наш чистый x, и мы готовы записать с вами ответ. Ответ – 8 километров проплыл наш рыбак, чтобы порыбачить. Все, очень надеюсь, что немножко вы вникли в эту задачку. Я немного уходил, а почему не получилось 3 часа? Потому что наш рыбак отплыл в 5 часов утра с пристани, приплыл обратно на пристань в 10 часов утра. Вот эти характеристики. И 2 часа он кинул якорь и 2 часа ловил рыбу. Вот, бросил якорь и 2 часа ловил рыбу. То есть получается, что он 2 часа не двигался. Если мы из 10 часов заберем 5 часов утра, то получается, что он отсутствовал на пристани, да, на земле, 5 часов. Но не все 5 часов он плавал. Из них 2 часа он ловил рыбу. То есть там, на место рыбного доплывал. И получается, что всего в дороге, да, вот, то, что вот он плыл там по течению реки, плыл против течения реки. Вот. Это получается, что всего в движении он находился 3 часа. И вот как раз вот это расстояние, которое мы вот здесь обозначаем за x, это есть расстояние в движении, которое он провел. И когда мы выразили x делить на 8 и x делить на 4, это как раз время, которое он плыл. Не просто отсутствовал на пристани, а плыл. И получается, что сумма вот этих двух дробей как раз составляет 3 часа. Все, спасибо. Пожалуйста. 3 часа. А это означает, что вот нам нужно учитывать не общее время, которое отсутствовал рыбак, а только то время, которое он двигался. Только оно нам идет за отчет. Так, сейчас я сотру. И следующую. Следующую задачку. Немножко крупновато.
Видишь, вот так. Следующая задачка у нас с вами. Катер в 11 часов вышел из пункта А в пункт Б, расположенный в 30 километрах от А. По сути дела, нам дано расстояние между А и Б. Ну, я так немножко вперед забегаю. Пробыв в пункте Б 2 часа 40 минут, катер отправился назад и вернулся в пункт А в 19.00 того же дня. Спрашивается, какова собственная скорость катера, если известно, что скорость течения реки 3 км в час. При этом, видите, не сказано, как он поплыл сначала по течению реки, против течения реки. Значит, это у нас не очень, не очень важная информация. Да? Чем без нее мы можем не обойтись. Сразу выходим на табличку. Рисуем. 4 столбца, 3 строки. Это стандартное количество для задач на движение. А вот здесь я сразу напишу АБ. Здесь тогда БА. Потому что АБ, а брат, значит он БА. С, ВТ. Можно вот так писать. Путь, который есть между нашими пунктами, он не меняется. Так, еще забываю я. Но здесь писать единицы измерения. Привыкайте их писать сразу. Это правило хорошего тона, это красиво, и это нужно делать обязательно. Вот, то есть, что пункт, что путь из А в Б, что путь из Б в А не меняется, не сокращается, как был 30 километров, так и остается. Что мы видим с вами? Можно предположить собственную скорость катера за х. Х обязательно единица измерения. Применяем собственную скорость катера. Это очень удобно, потому что нам известна скорость течения реки. И мы можем путь из А в Б принять как путь по течению. Тогда путь из Б в А мы можем принять как путь против течения. Можно в обратном порядке было это сделать. То есть это, ну, не суть важно. Главное, чтобы они отличались. Одна была с плюсом, а вторая была с минусом. Х плюс 3 и х минус 3. И вот смотрите, опять важный момент. Мы время сами тоже не знаем, сколько он находился в пункте Б. То есть сколько он затратил на движение с пункта А в пункт Б. Мы опять из этих условий можем вынести только суммарное время в поездке, да, в дороге. Поэтому время мы выразим как S делить на V. Это 30 делить на X плюс 3, а здесь 30 делить на X минус 3. Это начало нашего уравнения, которое мы сейчас будем с вами решать. Плюс 30 делить на х минус 3. И вот это вот сейчас равно мы с вами выпишем. Почему же оно равно? Итак, что мы с вами знаем? Что он в 11.00 отплыл, а в 19.00 он вернулся. При этом остановка у него была 2 часа 40 минут. Видите? Еще и минуту, да, приплыли. Почему минусую, да? Потому что это не время движения, опять, это время остановки, время, когда у нас путь не менялся, то есть мы прошли 30 километров и встали на якорь. Встали в порту. Ничего, в общем, не делали. Вот. Вот такая вот история. Давайте теперь считать. Получается, что 11 часов отплытия, 7 часов вечера прибытие. И всего мы находились в дороге 8 часов, из которых нам нужно забрать 2,46 часа, да, уже, естественно, потому что мы можем часы с минутами мешать, нам нужно все выводить на часы.
Получается, что... Надо сократить. 4/6 — это 2/3. Вот так. И получается, что... Ну, можно это все в неправильной дроби посчитать. Можно здесь вот 3/3 занять. То есть записать 7/3. Минус 2/2. Получается 5,1 часа. Столько мы находились в дороге. Можно было все это в обыкновенных дробях сделать. 24/3 минус 8/3. Так, получается 16, да? Точно так же, если мы 5,1 переведем в неправильную дробь. Здесь уже с дробями поступайте, как хотите, как вам удобно. Вы привыкли. Вот. И получается, что наша временная история длилась 16/3 часа. И мы с вами вышли на вот такое вот уравнение. Оно уже является дробно-рациональным, потому что x находится у нас с вами в знаменателе. И дробно-рациональный нам нужно приводить к общему знаменателю. Ну и понятно, что скорость катера не будет равна 3 км в час, потому что если скорость катера 3 км в час, и он течет против течения реки, то он стоит на месте. Я думаю, это понятно. Да? Поэтому плюс-минус 3 – это не корни нашего уравнения, и мы смело можем знаменатель отбросить. А что еще важно, да, я просто сотру некоторые нюансы здесь. У нас с вами x был, за x сразу принимали собственную скорость катера, и нам и нужно ее найти, то есть эту собственную скорость катера. Поэтому сразу найдем x и найдем, готовы будем записать ответ. Я вот с вашего разрешения, так, наверное, текст не буду стирать. Эти все числения у первого. Там нужно первую и вторую часть. Первую нужно x минус 3, а вторую на x плюс 3. Конечно, это и есть их общий знаменатель, поэтому мы как раз его и сейчас будем высматривать. Да, безусловно. Произведение наших знаменатели, это и будет являться нашим общим знаменателем. Я 16/3 не буду прилагать. Получается, 30 надо будет умножить на x минус 3 плюс 30 умножить на x плюс 3. Так. Прежде чем что-то крест-накрест раскрывать, что-то еще домножать, отбрасывать, наведем порядок в числителе. Это очень такой важный момент организационный. Получается 30х минус 90 плюс 30х плюс 90. И видите, у нас вот эти вот числа уйдут. И будет 60х. Получается 60х поделить на х плюс 3 на х минус 3 равняется 16/3. И смотрите, мы можем воспользоваться свойством дроби. По сути, мы можем умножить на 3х плюс 3 на х минус 3. А зачем? Чтобы потом избавиться от нижней части. Это я понимаю, но это так сложнее, нежели вот сейчас применить умножение крест-накрест. То есть, когда произведение крайних у нас равняется произведению средних. И мы таким образом избавимся от нашего знаменателя вполне легально. Понятно, что мы применяли. Поэтому 60х умножить на 3. Поэтому это то же самое, только проще в плане записей. Вот так. Все. Хорошо. Получается, вот здесь у нас с вами 180, да, х равняется 16, а здесь не торопитесь раскрывать фонтанчиком. Как правило, при вот таких задачах на движение у нас вот здесь получается разность квадратов. То есть это x квадрат минус 9. Вот. И
раскрываю скобки, я сразу поменяю местами левую и правую часть, чтобы выйти на хорошее уравнение. Сейчас я буду сокращать, поэтому до конца все перемножить. Вот 16, x квадрат минус 16 на 9, вот, и минус 180. То есть все как будто бы я в правую часть перенесла, но записала зеркально. У нас вот здесь есть 16, но, наверное, 180 на 16 не поделится. Сейчас на что-нибудь поменьше сокращать будем. Так. Ну, может, пока что поделить на 2, а потом дальше делать. Ну да, да, о том речь, что никогда не старайтесь, да, на максимальное что-то подобрать, потому что много времени вы теряете. А вот промежуточно пока на 2 мы все можем поделить. Получается 8х квадрат минус 90х. Да, 8 на 9 равно 0. Еще можно. Здесь вот 10 на 9, да? Так. Ну, еще раз на 2 можно. Калькулятор же у нас нет с вами. И пользуемся. Минус 45х. Минус 4 на 9 это 36, да? Ну все, по-моему, больше ни на что. Здесь 9 и 5, 45. Здесь 4 на 9, здесь 4. Все, больше ни на что мы не сократим. 4х в квадрате минус 45х минус 36 равно 0. Все готово для дискриминанта. B квадрат минус 4ac. В нашем случае это 45 в квадрате. Плюс 4 на 4 и на 36. Вот так. Сейчас немножечко. Вот смотрите. 45 в квадрате плюс 16 на 36. Достаточно серьезные числа. Но эта задачка такая из сборника, не в подготовке к ЕГЭ, а просто где классические задачи на движение. Конечно, у вас вычисления в экзамене будут попроще немножечко. Но когда тренируешься, надо вот к таким нюансом быть готовым, потому что мы часто при подготовке к ОГЭ считаем, что все там легко сокращается и все фигня. На самом деле нет, и считать, мозг напрягать нам очень-очень нужно. 45 в квадрате. Надо перемножать. А еще 16 на 36. Я просто вот на что хотела еще обратить ваше внимание, что вот здесь 4 в квадрате, а здесь 6 в квадрате. И тут как бы у нас сумма получается. 45 в квадрате плюс 24 в квадрате. Вот так. Сорок пять на 45 нужно с калькулятора. 2025. Да, да, как раз. Спасибо. Хотел спросить, может, кто-то уже посчитал. Все, спасибо. Плюс 24 в квадрате. 576. Немного меньше. И сумма тогда у нас получается 2601. Вот есть ли у нас корни из этого числа? Да. Примерно это сколько будет? 51 вот ровно. Да, вот смотрите, очень часто бывает, что мы не можем подобрать, какое же это число было в квадрате. Но мы знаем, что 50 на 50 – это 2500. Но у вас еще единица заканчивается. Поэтому, скорее всего, надо проверить число 51 на 51. Единица в квадрате, то есть квадрат, мы два числа возвели в квадрат, и в конце оказалась единица, еще дает только 9. 9 на 9 – это 81. Но явно 59 – это очень много.
Мы уже далеко отступим от 2500. Поэтому нужно проверить число 51. И да, действительно, это число 51 в квадрате. Если у вас калькулятора нет, у меня таблица квадратов тоже, вот так вот прикидываем. И считаем иксы. Нам нужен только положительный x, потому что у нас задача все-таки на движение. И понятно, что скорость там, лодки, катера не может быть отрицательной. Не может двигаться с отрицательной скоростью. Получается, минус b – это 45, минус 51 поделить на 8. И я сразу рядышком даже тогда запишу отдельно. 45 плюс 51 поделить на 8. Ну, вот это вот можно не считать, потому что это число будет отрицательным. Но для порядка его, конечно, досчитывать надо. Вот. Получается, 45 минус 51 – это 11,56, да? Да, минус 6 только. Угу. Минус 6,8. Все. А, мы вычислили. Можно сократить, можно так оставить. По смыслу она не подходит, но это надо будет тоже записать. Почему мы не берем этот вот корень? Момент. Так, 45 плюс 51. Так, 9,6, 96. И 96 делим на 8. 12. Да, все, спасибо. 96 восьмых. Что место осталось? 6 восьмых. Это 12. То есть минус 6 восьмых меньше нуля. Пишем, не подходит по условию задачи. По условию задачи. Это надо обосновывать обязательно. А 12 вполне себе хороший ответ. И получается, что x равно 12 километров в час. Это, собственно, скорость катера. Вот эти нюансы, да, о которых я говорю, их обязательно надо учитывать и писать. Прописывать. А если ты не записал, как 6 восьмых ты записал, 0,75, это будет ошибка? А зачем вам писать 0,75? Тратить время на перевод? У вас калькулятора не будет. Зачем вам тратить время на перевод? Оставили в дроби. Даже можно не сокращать ее, не писать, что это 3 четвертых. Поэтому никакого смысла в дополнительном вот этом вычислении нет. Поэтому не тратьте время на бессмысленные какие-то вычислялки. Лучше посвятите время качественному оформлению. Хорошо. Конечно, без разницы, как вы запишете, обыкновенной дробью, неправильной, десятичной, все равно. Главное, чтобы вы получили правильный ответ. А уж представление одного и того же числа вы берете, это ваше право. Ну, единственное, конечно, условие общее, чтобы ответ, да, сам ответ, не какие-то промежуточные вычисления, а он был уже в несократимой дроби. То есть либо вы целую часть выделяете, либо вы действительно в десятичном исполнении эту дробь пишете и так далее. Это не бланк, какой-то стандартизированный заносится. Это все будет рукописно. Поэтому эксперт все увидит, и он увидит и ответы тоже. Поэтому такие вот все заголовки и комментарии. Их, конечно же, надо писать. Мы сегодня пока смотрим движение на воде. Сейчас я следующую задачку. Есть ли вопросы по решенной задачке? Зашла она. Вот. Моторная лодка прошла против течения реки 99 километров. И отправилась в пункт отправления. Вернулась в пункт отправления, затратив на обратный путь на 2 часа меньше. Найдите скорость лодки в неподвижной воде, если скорость течения равна 1 км в час. Вот скорость лодки в неподвижной воде – это то же самое, что собственная скорость лодки. Просто по-другому маленько использовали слова. Ну,
Смысл один и тот же. Давайте теперь смотреть. Против течения реки 99 километров и вернулась в пункт отправления. Получается, что она обратно тоже же прошла то же расстояние. Тоже 99 километров в час. Так, сейчас мы с вами будем строить табличку. Все стандартно. Скорость. Путь. Скорость. Время. И получается по течению и против. Начнем с последней строчки, да, потому что против течения реки. Это 99. Понятно, что за x километров в час мы берем скорость. Подвижной воде. Может, тоже здесь написать, потому что обратно тоже 99 пришел. И мы можем скорость выразить теперь. Значит, против течения реки это x минус 1, а по течению x будет плюс 1. Значит, время, которое мы затратим на движение по течению реки, будет 99 делить на x плюс 1, а против течения будет 99 делить уже на x минус 1. И теперь нам нужно найти оставшуюся информацию, которую мы не использовали в задаче, для того, чтобы выйти на уравнение. А здесь говорится, что мы затратили на обратный путь. Затратив на обратный путь на 2 часа меньше. Видите? 2 часа меньше. Получается, что нам нужно выбрать, куда мы сколько плыли. И понятно, что вот если мы плывем против течения реки, то по времени мы затратим больше гораздо, чем если мы поплывем по течению реки. Еще другое правило. Чем меньше знаменатель, тем больше дробь. Вот. Получается, что мы очень медленно плывем, значит, времени мы тратим много, чем по течению реки. И получается, что время, которое мы тратим на движение против, будет больше на 2 часа, чем то время, которое мы тратим на движение по. Есть еще вариация на вот это вот. Получается, смотрите, лодка против течения плыла вот столько времени. Мы от нее забираем эти 2 часа и получаем время лодки, которое она затратила на обратный путь. А обратный путь уже будет по течению. Видите? То же самое. Вот этот вариант мне нравится больше. Почему? Потому что вот эти знаки, они всегда согласовываются. Другими словами, мы можем еще и третий вариант записать, и он тоже будет правильный. Если к времени движения по течению руки добавить вот эти 2 часа, то мы получим время движения
против течения реки. И опять вот эти знаки, они у нас с вами согласуются. И тогда вы никогда не ошибетесь при составлении вашего уравнения вот на таких условиях. Запомнили лайфхак такой? Да. Вот. Ну, любое из этих уравнений оставим, давайте, и будем его решать. Я взяла за x собственную скорость. Обзирайте, давайте вот это уравнение вставим. Все сотрем. И будем решать. Предлагаю привести в левой части к общему знаменателю и потом раскрыть крест-накрест. Получается 99 минус 2 умножить на x минус 1. Поделить на x минус 1 равно 99 делить на x плюс 1. А здесь сейчас порядок наведем. 99 минус 2x плюс 2. Поделить на x минус 1. На 99 на x плюс 1. Так, 101 минус 2x умножается на x плюс 1 равно 99. На x плюс 1. Получается 101x минус 2x в квадрате плюс 101 минус 2x равно 99x плюс 99. 101x минус 2x это 99x минус 2x в квадрате плюс 101 равно 99x плюс 99. Смотрите, здесь и здесь есть x. Одинаковым знаком мы их убираем. Получается минус 2x квадрат плюс 101 минус 99 равно 0. 101 минус 99 это 2. Так, а я нигде не ошиблась, ребят, потому что надо послушать. Получается, квадрат равно единице, равно 1. Ну, еще x равно минус 1 тоже нужно написать. Плюс-минус единица. О, у единицы все хорошо, а вот у минус единицы записать, что x равно минус единице не подходит по условию. И в ответе мы запишем, что собственная скорость моторной лодки 1 км в час. Кажется, что-то странный ответ, потому что 1 минус 1, 0. Это течение реки. Что-то маловато. Я не взять, не ошиблась. Хочешь бы нет. Ну, вот так. Вот такая задачка. Смотрим следующую. У нас есть теплоход, скорость которого в неподвижной воде 15 км в час, проходит по течению реки и после стоянки возвращается в исходный пункт. Скорость течения реки 3 км в час, стоянка длится 3 часа, а в исходный пункт теплоход возвращается через 58 часов. И спрашивается, сколько километров прошел теплоход за весь рейс. Что мы с вами знаем? Что у нас есть собственная скорость теплохода, это 15 км в час. Поэтому мы можем до таблички
посчитать по течению. Это 15 плюс 3. Это 18 километров в час. И V против. Против течения реки. Это 15 минус 3. Это 12 километров в час. Причем эту информацию мы извлекли с вами. Понятно, что уравнение будет строиться на информации о времени, которое мы провели в пути. Сейчас мы ее будем еще отдельно обрабатывать. А вот тут пойдет у нас по течению. Вот здесь пойдет против течения. Путь, скорость, время. Мы знаем эти две характеристики, поэтому по течению мы здесь смело ставим 18, здесь смело ставим 12. А смотрите, километров, которые прошел за весь рейс. Видите, можно взять за x, потому что он одинаково между пунктами, да, курсирует. То есть едет из А в Б и потом из Б в А. То есть расстояние, которое он проходит по и против течения реки, оно не меняется. Значит, время, которое он затратит, здесь будет x делить на 18, здесь будет x делить на 12. И вот это вот суммарное время мы сейчас подумаем, к чему приравнять. 12. Поправку, да, еще вношу. Вот тут единицы измерения писать обязательно. Здесь часы. Прям, чтобы вы видели, что первая строчка неполноценная без единицы измерения. Ну вот, сейчас мы подумаем, к чему приравнять, чтобы выйти на условия задачи. Всего у нас с вами 58 часов рейс длится, из которых мы 3 часа стоим в порту. Получается, что в движении мы находимся 55 часов. 55 часов, можно прям так писать, что это время в движении. 58 всего, 3 стоим, значит, всего двигаемся, то есть прирастает расстояние, да, которое мы проходим в 55 часах. Значит, время по течению плюс время против течения составляет 55 часов. Ну, а потом мы уже будем считать, сколько километров пройдет наш с вами теплоход. Вот смотрите, опять мы вышли на уравнение линейное. Значит, нам нужно избавляться от наших знаменателей. Так, 18 и 12. 18 – это, по-моему, 3 на 6, да, если мне память не изменяет. А 12 – это 6 на 2. Значит, если я здесь допсомножитель 2 поставлю, а здесь допсомножитель 3 поставлю, то у меня будет общий их знаменатель 36, да? Значит, здесь будет умножить все на 36. Вот так. Получается 2х плюс 3х. Равно 55 на 36. Все, мы избавились от наших знаменателей. Получается 5х равно 55 на 36. Отсюда х равняется 11 умножить на 36. Сейчас мы это перемножим. И будем смотреть, чем мы ставим ответ. В итоге расстояние, которое проходит теплоход, достаточно большое. 396 километров. А нам нужно найти не просто путь там, против течения или по течению, который он затратил, а весь путь. Значит, весь путь — это 2х, это х плюс х. Другими словами, это 2 умножить на 396. 396 умножить на 2 – это 792 километра. То есть достаточно большое расстояние. И поскольку это все-таки текстовая задача, ответ мы не забываем. 792 километра. Вот такое расстояние между пунктами.
которая идет. Ну, вот эта вот задачка, она вот уже из ОГЭ взята, поэтому мы посчитали тут ее достаточно быстро. Вот она является типовой.